Враг справа! Воспоминания о Ванахейме. Брат, прошу, не надо вспоминать взрывающиеся плоды. Что ты там говорил про лес? Ты попал куда-то в другое место, когда тебя сменил Гелиос? Да, я не упомянул об этом, пока мы падали. Я был в лесу, и он напоминал лес моей юности. Я был в своем прежнем теле. Это немного походило на сон. Ты хочешь вернуться туда? Что есть, то есть. Я чувствую тревогу, но и любопытство. Видно, они черпают и из моих воспоминаний. И вряд ли ограничатся только приятными, да? Едва ли. Я бы не стал отказываться от помощи.
Смотрю, ты не боишься идти на компромисс. В этот раз улучшим положение.
Давай поговорим об этой повторяющейся картине, где ты в храме. Раз Вальгалла показывает тебе это снова и снова, значит, это для тебя важно. Может, желание быть любимым и почитаемым все же чуточку лучше альтернативы? Выслушай меня. Я не то чтобы умнейший из живущих, но все же. Не кажется ли тебе, что, примкнув к совету Фреи, ты сможешь вступить на этот путь? Заслужить это право. Это был бы неблаговидный мотив. Амбиции — это яд. Отсюда добрались. Сейчас нам что-нибудь нужно?
Рафаэль ждет тебя там, на поле боя! Осторожно, Квон! Теперь можно перейти в новую область. Thank you.
А, понятно. Здесь на верхней полке они хранят первозданные миры. Возвращаясь к этому видению с храмом, я согласен, амбиции могут завести на туда. Но ты-то жаждешь не прославить свое имя, а помочь людям, ведь так? Сделать мир лучше, безопаснее? Мне кажется, этот образ символизирует твое желание идти праведным путем. Эдакий дорожный указатель. Ты уверен, что если я соглашусь, так будет лучше для меня и для миров? Мне кажется, мы здесь как раз за тем, чтобы это выяснить. Ура! Нам могла бы пригодиться кратковременная помощь, да? Ничего себе! Так, мы забрались к этим статуям. Судьям, ты сказал? Может, верхние слои Вальгаллы соответствуют твоим самым глубинным воспоминаниям? Здрасте, вот и я. Раз придется тебя таскать, работай. Говори, что видишь в бою. Слушаюсь, скотина. Что за отрада наблюдать, как ты мыслишь? Ah!
Заперто! Ну что ж, давай пошарим по окрестностям. Посмотрим, кто из старых знакомых хочет тебя повидать. Это должно быть возможно. О чем вы Вот кого тебе надо убить! Сзади, осторожно! Может, у тебя и получится ублажить Вальгаллу. Хочу напомнить, пока ты здесь тянешь время, враги набираются сил. Это легкое. Если ты любишь, то попадай. Летучий глаз со щупальцами? Нет, увольте! Похвальная медлительность! Ты ведь не ищешь легких путей! А это чья? Ничья! Кажется, ты всех положил. Путь наверх открыт. Yeah!
Советую поторопиться, если только ты не хочешь усложнить себе жизнь. Возвращаемся к клетке. Видимо, Вальгалла дает тебе второй шанс. Гарди! А вот это веселье! Кратос, что ты намерен предпринять теперь? О, погоди, не говори. Неопределенность — единственное, что не дает мне уснуть со скуки. Кратос, можно с тобой поговорить? Где Сигрун? Она отдыхает, восстанавливается. То, что она для вас сделала, так не должно было быть. Да, вы рискуете своими жизнями, но расплачиваться будете не только вы. Вот об этом я и волновалась. Фрея, чего ты хочешь? Чтобы я отступился? Сигрун сочла, что это мой путь, что Вальгалла может помочь. Да, верно. Я просто прошу тебя быть осторожнее. Она нужна мне. И ты нужен. Хватит пытаться обойти правила, ладно? Ладно. А ведь ты нарушил правила Вальгаллы только чтобы спасти меня. Я бы тебе не позволил, если бы знал, что пострадает Сигрун. Сигрун ни о чем не жалеет. Бой непредсказуем, как сама жизнь. Вальгалла отдает вам честь. Воительница. Вы это заслужили. Вы добиваетесь всего, что остальные считают невозможным. Говорят, вы любите историю. Я знаю одну. Говори. У меня не было привилегий, как у сестер по оружию. Мне не было суждено величие. Моим отцом был бедный трактирщик. А если по правде, то и не отцом вовсе. Меня младенцем подкинули ему в трактир. Жизнь мало что мне уготовила, но у меня было преимущество. Я никого не боялась.
Если кто напрашивался на сломанный нос, я не раздумывала. Конечно, я влипала в неприятности. Зато научилась здорово драться. Пока довольна. Потом продолжим. Разве можно не вкладываться в себя? Воспоминания о Ванахейме. Брат, прошу, не надо вспоминать взрывающиеся плоды. Что ты там говорил про лес? Ты попал куда-то в другое место, когда тебя сменил дед? Да, я не упомяну. Об этом, пока мы падали. Я был в лесу, и он напоминал лес моей юности. Я был в своем прежнем теле. Это немного походило на сон. Ты хочешь вернуться? Что есть, то есть. Я чувствую тревогу, но и любопытство. Видно, они черпают и из моих воспоминаний. И вряд ли ограничатся только приятными, да? Едва ли. Huh!
Давай поговорим об этой повторяющейся картине, где ты в храме. Раз Вальгалла показывает тебе это снова и снова, значит, это для тебя важно. Может, желание быть любимым и почитаемым все же чуточку лучше альтернативы? Выслушай меня. Я не то чтобы умнейший из живущих, но все же. Не кажется ли тебе, что, примкнув к совету Фреи, ты сможешь вступить на этот путь? Заслужить это право? Это был бы неблаговидный мотив. Амбиции — это я. Come on.
рога! Ah!